сегодня в Adopt Me Challenge. Что они выберут? Один пэт им или два другому? Интересно будет реакция на вот этого пацанчика, который на неоновом грифоне. Сейчас мы ему кинем трейд. Что ты выберешь? Один пэт тебе или два другому? Один пэт тебе или два другому? Два другому! Серьезно? Ребята, я специально поставлю полуночного дракона и аликорна. Точно? Йоксули, с вами я, Женяша. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня в Adopt Me Challenge. Я буду подходить на серверах к рандомным ребятам и предлагать им сделать челлендж. Что они выберут? Один пэт им или два другому? Я приготовила очень много разных прикольных питомцев, которые буду показывать и предлагать. И посмотрим на реакцию ребят, что они будут выбирать. Ящерец. Ребята, усаживайтесь поудобнее, так как челлендж будет очень интересный. Посмотрим, насколько добрые ребята. И будут они делиться питомцами, которые я буду им предлагать. Кисули, перед началом я вас попрошу подписаться на мой канал, ведь моя мечта 2 миллиона подписчиков, и я очень уже давно жду этот день, когда он наступит, когда на моем канале будет 2 миллиона, и очень хочу, чтобы это поскорее исполнилось. Ребята, обязательно поддержите меня, подпишитесь на мой канал. Всем лавки, кисули, а я начинаю делать челлендж. Гоу, погнали! Мне очень интересно, как же будут проходить реакции, как ребята будут реагировать, что они будут выбирать. Ну что, ребят, смотрите, тут какая-то девочка вот стоит, и у нее написано на нике: «Люди, почему я дарю подарки, а они в ответ скам-скам?» Я хочу этой девочке предложить челлендж. Го, челлендж. Что говорит? Я ей говорю, что ты выберешь? Один пэт тебе или два другому? Сейчас я ей покажу, что я дам аликорна и голема. Один мне. Почему? Почему она выбирает один ей? Это реально очень интересная реакция, как ребята будут реагировать. Потому что хочу подарить сестре, у нее завтра дыре. Ребята, как зовут сестру? Катя. Катя. Поздравляем тебя с днем рождения, если ты смотришь это видео. И это твоя сестра. Ну что, ребят, отдаем питомца. Она все-таки выбрала себе. Ребята, она даже наблюдает. Мне кажется, это очень интересный челлендж, потому что еще я не видела таких челленджей в Adopt Me. Так, ну что, кисуля, отдаем. Ты мне его дашь? Я что? На скамерши какой-то похоже, ребят, вот посмотрите. Я люблю честность. И я этой девочке отдала. Так, а что это такое, что это такое, что-то мне же трейды кидают. Подожди, стоп, 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 стоп. Первая девочка, вот мы ей рандомно отдали вот этого голема. Так, ребята, я смотрю, тут Матвейка Сигма. Сигма, сигма, бай, сигма, бай, сигма, бай. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Стоп, 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 это Озон. Вот девочка какая-то вот эта. Привет. Они видели? Челлендж, ребят. Короче, на каждом сервере по одному человеку выбирать. Так они уже знают, что я точно отдам питомца. Что ты выберешь? Один пэт тебе или два другому? Так, ребята, давайте мы ей аликорна покажем и древнего дракона. Один мне. Понятно, ребята. Почему не другому? Все-таки другой может же получить два питомца. Потому что меня скамнули на 3000 баксов. Ну, логично. Выбираю, окей, первого. Ребята, она выбирает аликорна. Короче, я буду на одном сервере только один делать такой трейд. Потому что все сразу выбирают одного питомца. А мне вот интересно, а выберет вообще кто-нибудь два питомца? Держи, девочка, катайся, кисуля. Все, ребята, я убегаю. Ребята, а сейчас мне интересно будет реакция на вот этого пацанчика, который на неоновом грифоне. Зовут его, как я поняла, Костя. И сейчас мы ему кинем трейд. Привет. Привет, говорит. Сейчас мы ему напишем, что ты выберешь. Один пэт тебе или два другому. Я ему покажу вот такого и какого-нибудь легендарного. Что он выберет? Ребят, внимание, у него уже есть легендарный неоновый питомец. Что он выберет? Поделится? Может, он кому-нибудь другому отдаст на этом сервере? Типа, ты мне два. Маловато, говорю! Маловато будет!
тебе один или два другому. Ты должен выбрать. Один вне. Ну, почему? У тебя же есть питомец. Потому что. Ну, может, кому-то же нужнее. И что? Не хочешь? Лучше два другому. Нет, я себе хочу. Значит, себе, ребят. Ну, тогда отдаем. Кого? Вообще, я, в принципе, могу сама выбирать какого-то питомца, но ему хотелось бы наверняка меня дать. Но он, мне кажется, сейчас выберет дракона. Я почему-то думала, что он все-таки поделится. Костя все-таки решил иначе. И мы отдаем ему дракончика. Походу, я буду спонсором на разных серверах. Ребята, я на сервере увидела своего випа. Янзахай 490. Такая с коробкой стоит. И сейчас я попробую ей предложить этот челлендж. Она даже не знает, что это я. А что ты это не принимаешь? Эу. Эу. Это мне эу. Я не эл. Привет, Янзахай. Она приняла трейд наконец-то. Го челлендж. А ведется ли моя випочка? Я делаю скины на заказ. Какой? Сейчас мы узнаем, что выберет моя випка. Один пэт тебе или два другому. Допустим, Хладногнева или Павлина. Выберет ли моя випка... Два питомца другому. Один мне. Почему? У тебя же есть питомца. Может, два другому? Ну, как бы я таких коронных красивых питомцев показала. А, ребята, вот смотрите, Хладногнев. Это же просто мечта. Павлинчик. Не знаю, ты спросила, я ответила. У меня подругу взломали. Я бы ей подарила. О, это очень хорошее дело. Ну, тогда отдаем, ребят. Отдаем Фурию. Флайрай. Это чисто случайно зашла на сервер, и эта девочка попадает в мое видео. Я даже представляю, какого у нее будет счастье, когда она узнает, что это все-таки была я. Ребят, ну дело благородное, питомца попросить себе для подруги. Ладно, окей, отдаем мечту. Ладно, гнева Флайрайт. Что, ты убежала? Так, а может она что-нибудь скажет? Что? Спасибо большое. Не за что. Пусть твоя подруга будет счастлива, когда она узнает, что у нее будет Флайрайт Фурия. Ну все, я побегу, я не буду ей рассказывать, ребята. Она 100% это видео посмотрит и реально будет потом в шоке. Я в шоке, ты такая добрая. Да, я хорошая девочка. Я не ожидал такого. Ты заслужила лайк. Ребят, на этом моменте можно поставить лайк. Это просто круто. Спасибо огромное. Я рил в шоке. Круто, везет некоторым. Ребята, я буду плакать. Не плачь. Ну давай с тобой, Артемка. Давай с тобой. Ребята, он точно выберет один питомец ему. Это 100%. Я хочу подарок подарить. Ребята, Яна хочет мне подарок подарить. Офигеть. Ну, Го говорит. Так, ну давай. Мы ему предложим ястреба. Флайрайт. Или дракона. Один пэт тебе. Или два другому. Он говорит, вау. Один мне. Почему тебе надо? Делаю тоже добро. Ребят, ну ок. Делаю тоже добро и раздаю пэтов. Какая кисуля. Какой хороший пацанчик. Но это тоже заслуживает лайка. Выбирай. Год дракошу. Ребята, Яна до сих пор стоит. Значит, она мне сейчас подарок подарит какой-то. Можно подарок подарить? Давай. За твое добро. Ты такая добрая и подаришь что-то? Он небольшой, правда. Ребята, мне так приятно, что мой вип такая добрая. Добрая. Она мне рыбу льва дарит. Кисулю дарит. Кисули мяу-мяу. Это очень мило. Она могла бы просто согласиться забрать питомца и уйти. Но она мне дает в ответ подарок. Прикиньте. Шок. Это просто шок. Хватит, хватит. Мне этого достаточно. Это самое малое, что могу тебе дать. Я сейчас расплачусь уже. Это очень мило. Все, ребят, убегаю. Пусть они у себя увидят уже видео. Ребята, у меня идея немножко поменять челлендж. Я буду им показывать в трейде не флайеры от питомцев, а обычных питомцев. И посмотрим, что они будут выбирать. Я нашла вот такую девочку и сейчас ей напишу. Привет, Го челлендж. Она трейдится, а она трейдит своего грибного друга. Что ты выберешь, один пэт тебе или два другому? Мы ей предложим, она уже говорит, что другому. Другому, ребята, я предложила ей два питомца. Один из них Райт, и она сказала другому. Я первый раз увидела девочку, которая отказалась. Так, ребята, ну, значит, мы идем к следующему, кто тут трейдится. Вот тут я вижу котик на машине. И сейчас ему напишем. Привет. Что ты выберешь? Два пэта тебе или три другому? Вот так, ребята, тут немножко теперь по-другому. Сейчас мы показываем
скелета, тигра и зайчика. Что он выберет? Я попроще питомцев ставлю. Но один из них Райт. Другим нужнее. Он говорит, другим нужнее. Что? Отказались. Окей, ребята, запоминаем. Тигр, скелет и бани. Окей. Мы сейчас найдем кого-нибудь. Ну, тест на доверие, ребят, мы точно делать не будем. Так, давайте, смотрите, вот девчонка тут на лягушке сидит. И сейчас мы кинем трейд. Привет. 3. Это тебе. Или 4 другому. Скелет, тигр. Давайте разные будем ставить. Я уже забыла кого. Давайте мумия, кэт и бабочка. Вот. Мне говорит. Точно? Почему не 5? 3 тебе или 4 другому? Может 4 другому? Нет. Почему не хочешь? Ребята, она не сдается. Она говорит 3 ей. У нее есть питомец Райт, но я думаю, каждый, наверное, бы не сильно бы отказался от Райт питомца. Но я новичок, и я хочу прокачаться тут. Окей, ребят, мы уберем одного питомца и отдадим ей 2 райда. Пусть прокачится дальше девчонка. Держи, кисуля, это тебе. 1, 2, 3, отдаем. Так, Фрос дал мне наклейку «Индийская летучая лисица». Спасибо огромное. 2-ю? Зачем ты мне даешь наклейки? Ребята, он делает тесты на доверие. Я таких боюсь. Он хочет меня заманить в какую-то ловушку? Можно одного пэта, пожалуйста? Это раз ты делаешь? Да. Го, проверю тебя. Так, ребята, немножко отходим от челленджа. Тут у нас есть Frostfrost 1082, который делает растрейды. Мы ему дадим нашего ястреба. Посмотрим, вернет ли он мне его. Лайрайт, питомец. Мы знаем, что такое растрейд. Это доверить незнакомому человеку своего питомца. И посмотреть, отдаст он или нет. Он видел, что я другой девочке дала 2 питомца. И он мне кидает трейд. Так, возвращает, дает наклейку «Мрачный легендарный дракон». Капец, чувак. Ну просто. Капец, я бы ему так просто питомца дала. Но если бы он мне вернул, я бы ему, конечно же, очень крутого питомца дала. Но, как видите, ребята, трасс-трейдеры нас обманывают очень легко. Да. Короче, ребята, трасс-трейдерам не верьте. Вот так вас будут обманывать. А я нашла вот такую девочку на тигре. И попробую с ней сделать челлендж. Посмотрим, что она нам ответит. Привет. Год челлендж. Она делает рейд. Какой? 1 пэт тебе или 2 другому. Сейчас я ей покажу питомцев. Пингвина и голден единорог. 1 мне. Почему? Ребята, а если бы вам предложили 1 питомец вам, Лайрайт, или 2 другому? Что бы вы сделали? Пишите в комментариях. Мне интересно почитать ваше мнение, что бы вы выбрали. Просто если есть такой шанс. Ох, ребят, никто не хочет упускать свой шанс. Если ему предлагают питомца, то выбирают одного питомца. В основном, держи, кисуля, отдаем. Так, ребят, тут еще одна. Го со мной челлендж. Ребята, эту девочку я знаю. Ну, го. Уже я. Ребята, они меня, походу, вычислили, уже поняли. Так, привет. Сейчас я по-другому, ребята, сделаю. 1 пэт тебе или 2 другому? Я ее знаю, ее зовут Ксюша. Она говорит, 2 другому. Серьезно? Ребята, я специально поставлю полуночного дракона и аликорна. Точно? Ребята, вот это да. Но тут очень много ее подруг, ребят, стоит, посмотрите. Да, ребята, она отказывается от 2 питомцев. Полуночного дракона и аликорна. Кому-то, говорит, нужнее. Так, ну я согласна. Можно со мной, пожалуйста, умоляю. Так, ну давай. 2 пэта тебе или 3 другому. Сейчас я показываю, ребят, кстати, полуночный дракон, аликорн и Баку. Можно мне 2? Почему не другому? И мне пришла гениальная мысль сымитировать свою смерть. Не знаю, у меня просто один Райт. Это просто, ребята, я сейчас попала на сервер, где мои випы, вы прикиньте. Вот хочу флайрайт. Так, ребята, ну убираем Баку, и Даша Вэлл получает себе 2 питомцев. Отдаем. О, она мне еще звездочку дает. Очень мило. Это, наверное, все-таки искушение отдать кому-нибудь другому питомцев крутых и классных, нежели себе оставить. Многие все-таки соглашаются. Ну что, ребята, на этом мое видео заканчивается. Мне очень понравилось сделать такие челленджи. Вам понравилось, ребят? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а если вы хотите продолжения, ребята, на этом видео будет 2000 лайков, и я продолжу делать такие челленджи. А с вами была Женяша. Всем пока, кисули. Всем лавки.
Пока-пока-пока! Смотрите мои следующие видосики. Также, ребята, я вас попрошу обязательно подписаться на мой телеграм-канал. Вот это мой телеграмчик, вот это. Ребят, заходите, там очень много информации про мои съемки, про меня, куда я езжу, где у меня фан-встречи и концерты. Так, опа-опа! Так, что происходит? Всем лайки, всем пока-пока-пока!